такое спорт? Спорт – это сила, спорт – это гимнастика. Это жизнь, сила и занятия. Спорт – это здоровый образ жизни. Это надо тренироваться, чтобы когда ты вырастешь, был здоров и не болел. Ну, спорт – это хорошее занятие, гимнастика, баскетбол, тренируешься. Спорт – это упражнения, отжимания, бег, прыжки, приседания, карате, бокс, плавание, йога, легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол. Почему люди занимаются спортом? Здоровыми, красивыми и сильными. Чтобы быть сильными и здоровыми, чтобы никогда не болеть. Когда ты будешь большим, а сразу там, ну там, например, там помочь кому-то спасти. А ты отжиматься умеешь, и котенка на дереве спасти можно. Или понести какой-то тяжелый груз. Чтобы быть здоровыми и сильными, чтобы никогда не умереть. Любишь ли ты заниматься спортом? Я люблю заниматься спортом, потому что мне нравится плавать. Я люблю заниматься спортом, потому что я могу быть сильным и здоровым. Я люблю заниматься спортом, чтобы быть сильным и помогать. Кто попал в беду? Я люблю заниматься спортом, потому что хочу быть здоровым и сильным. Я могу стать сильным и смелым. Расскажи, каким видом спорта занимаешься ты? Отжимания. Это нужно, где нужно отжиматься. Вот так. Чтобы мышцы качались. Здесь я буду сильным. Ну да, я дома всегда по выходным делаю зарядку. Футболом и шашками. В футболе нужно бегать и забивать голы. А в шашках надо играть и думать. Плаванием. Я там ныряю, делаю упражнения под водой на воде. Плаваю на спине, на животе. Я умею плавать вот как лягушки, как собака.